Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Никитос с канала Проект 18. И сейчас я вам расскажу про мотоциклетную защиту Alpinstars Bionic Pro V2. В основе этого панциря идет термобелье, можно так назвать. Это сетчатая такая ткань, которая отлично продувается, и при этом она стрейчевая, то есть она хорошо тянется. Естественно, здесь идет защита плечей и локтей, защита спины. Тоже твердая, она как бы не совсем пластиковая, да, это скорее такая твердая резина, но на удар очень крепкая и чуть-чуть гнется, именно чтобы под вашу спину идеально сесть. И также защита груди, это вспененный материал, он также принимает примерно как бы габариты вашего тела, да, форму вашего тела. Сама ткань отлично продувается. Между основными защитами, например, между плечами и локтями, есть такие вспененные вставки, очень легкие, которые как раз-таки минимизируют, да, не минимизируют, а защитят вас от попадения каких-то мелких камней при езде по бездорожью, ну или что-то типа того. Эта защита имеет регулировку груди, соответственно, также регулировку пояса, причем в нескольких вариациях. Можно в районе груди ее отрегулировать на липучках. И также сам пояс тоже можно немножко утянуть. Он при этом идет еще и на резинке. То есть все будет сидеть максимально плотно и упруго. Защита сделана таким образом, чтобы и защитные вставки тоже вентилировались. Именно поэтому сотовая такая идет структура. То есть чтобы ваша спина, плечи, локти и грудь в том числе потели меньше, либо вообще не потели. А на защите спины здесь предусмотрено встраивание либо гидропака альпинстаровского, либо защита шеи. То есть на место вот этой заглушки прекрасно встает защита шеи, и у вас получается полный комплект защиты. Так уж случилось, что мне повезло, это как раз таки мой размер, поэтому сейчас вы увидите, как она сидит на мне. Данная защита идет четко размер в размер, то есть мой размер М-ка, и сейчас тоже на мне размер М. Все на своих местах, локти никуда не съезжают, плечи также отлично сидят, ни вперед, ни назад, ни выше, ни ниже. Также вот, что я говорил, регулировка груди есть, можно опустить чуть пониже, можно чуть-чуть повыше, регулировочка пояса в разных вариациях. Поэтому примерно так выглядит эта защита. Все на своих местах, ничего не мешает, чувствуется, что очень жесткая защита спины, но при этом никакого дискомфорта. В Alpinstars Pro V2 удобно будет ездить, в принципе, как и сидя. То есть какого-то дискомфорта в движении тоже не наблюдается. Ну и, соответственно, если ехать в стойке, все очень плотно, очень хорошо сидит. Сейчас поддувает легкий ветерок и прям чувствуется, как защита продувается. За счет того, что основа этой защиты, как я и говорил, это сеточная ткань, под нее, по сути, не нужно одевать никакого термобелья или какого-то нижнего слоя. Вы ее одеваете, а сверху уже одеваете футболку, джерси, там, я не знаю, толстовку, ветровку, смотря в каких погодных условиях вы катаетесь. Ну и опять же, как я говорил, вот эта сеточная сотовая структура очень мягкая, когда ты ее просто сгибаешь, то есть она прекрасно принимает форму твоего тела, но при этом крайне жесткая при каких-то ударах, что отлично, опять же, будет вас защищать. Данный панцирь сертифицирован по стандарту EN16-21-3. Еще один большой плюс этой защиты, то что она практически невесомая, то есть она не весит практически ничего, так по ощущениям, а когда одеваешь ее, ну, вообще не чувствуется. Это был обзор защиты Alpinstars Bionic Pro V2. С вами был Никитос с канала Проект 18. Подписывайтесь на этот канал и на мой тоже. Ставьте пальцы вверх или вниз, комментируйте. Если у кого-то есть такая защита, прям пишите, как она вам на деле. Всем спасибо, скоро увидимся.